Я буду голосовать за Конституцию. Это основной документ нашего государства, и мне очень приятно, что в этой обновленной Конституции много внимания уделяется вопросам экологии. Если раньше говорили, что мы просто должны любить и охранять природу, то теперь более глубокое понимание и вообще большое значение придается этим вопросам. Когда речь идет о формировании экологической культуры, о необходимости сохранения природного и культурного наследия нашей страны.